Всем привет, я Артем ФНГ из команды Гамбит, и мы будем выступать на миноре. Ну, этим составом играем с перерывами, как всем известно. Один игрок получил предложение, согласился на него, и... Ну, как же контракты у нас работают? Соответственно, есть или трансфер, если организация соглашается на трансфер, и там устанавливается одна цена, либо есть цена контракта. И при этом, как бы, тоже все отдавали себе отчет, что Данил один из, наверное, самых сильных молодых игроков, и так или иначе с ним, даже при том, что произошло, люди все равно хотели играть. Я всех сразу могу назвать школьниками. Школьник. Вот на каждого можно писать школьник, а не просто школьники. Дрим и ГПК. Вообще противные дети. Приходится в угол ставить, когда кто-то же не слушается. У нас вот, ну сколько там, полтора уже месяца, по сути, такая дыра. То есть мы, ну, стояли на месте, но, с другой стороны, есть и положительная вещь, то, что мы сейчас более как-то развязанно друг к другу относимся и можем, ну, спокойно вообще что угодно делать. Здесь, по сути, система такая более жестокая, чем была на предыдущих минорах. То есть ты можешь вылететь из группы и верхней сетки, соответственно, ну, точнее, уже в плей-оффе проигрывать тоже не хочется, потому что чем больше игр, тем меньше времени на подготовку и так далее, поэтому, ну, ожидание, цель у нас именно выиграть минор.